Здравствуйте, дорогие зрители. Вы смотрите передачу МЧИТ. Сегодня мы поговорим о СПИДе, о ВИЧ-инфекции, о проявлениях этой болезни и методах, при которых можно избежать этой болезни. Сегодня в рубрике у нас в гостях руководитель СПИД-центра, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, заслуженный работник здравоохранения России Анатолий Александрович Кожевников. Добрый день, Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, вот скажите, пожалуйста, как можно объяснить по-простому, что такое СПИД? Ну, вообще, понятие ВИЧ и СПИД, это, ну, как бы исходящее одно из другого. Но, значит, ВИЧ-инфицированный, значит, он проходит несколько стадий. И одна из стадий – это СПИД. Это СПИД, когда уже, он вообще сам как термин переводится, синдром приобретенного иммунодефицита. Да? И вот у нас раньше критерии там были, когда назначают лечение и так далее. И во всем мире, и мы в том числе, назначали лечение, когда иммунитет уже совсем падал. Да? Совсем падал иммунитет, то есть уже практически была стадия СПИДа, и мы тогда начинали лечить. Мир перестроился. Сейчас уже любой человек, который знает о своем статусе, он может получать лечение, ну, это в мире, может получать лечение сразу. Буквально с завтрашнего же дня я начинаю принимать лечение. И тогда в стадию СПИДа уже перейти очень тяжело, поскольку мы помогаем организму. Раньше был подход, что организм сам вот борется, ну, естественно, на него нападает, на организм, на иммунную систему, и в конце концов армия сдается. И тогда уже все, что хочешь, по СПИДу, любые заболевания прилипают, и человек не очень долго живет. А с ВИЧ-инфекцией человек может жить 30-40 лет. Они живут своей жизнью, обычной жизнью. У нас есть пары, которые дискандартные пары живут. Муж ВИЧ-инфицированный, жена нет. Или наоборот живут. Живут ВИЧ-инфицированные с ВИЧ-инфицированными, рождают здоровых детей. То есть прогресс в этом отношении есть. То есть СПИД – это уже развитая стадия ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекции. Да. А ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, которое провоцируется вирусом. Да. Вирусом иммунодефицита человека. Он поражает защитную систему организма, поражает лимфоциты, которые защищают человека от разных заболеваний. Не только от ВИЧа, а от других тоже. Да. И после этого, значит, вот когда лимфоциты заражаются, значит, они перестают реагировать на инфекционные агенты. И в конце концов, с развитием болезни развивается СПИД, и потом уже человек умирает от любых других заболеваний. Мы свою стадию выставляем СПИД, но это он может умереть от саркомы Капоши, от туберкулеза, от любого какого-то гриппа, который бы, ну, все пронесут легко, а для него это смертельно. От гриппа, что, да? Ну, хоть от гриппа, хоть от ОРЗ. То есть, вот умер от СПИДа, это как бы не диагноз, к СПИДу что-то. От воспаления легких, да, там, да? Да, воспаление легких, да, идут очень серьезные пневмонии. Вот, поэтому, если нет защиты, на меня напасть может каждый. Вот примерно вот такое состояние СПИДа. И сказать, что вот этот умрет вот от этого, а вот этот умрет от этого, мы не можем, потому что у него все будет совсем не так. В республике сколько всего больных? Ну, там будем говорить так, что примерно. Мы берем с начала регистрации, это 96-й год, был первый случай. То есть мы в кумулятивном каждый год прибавляем, у нас больше 2000 выявлено на территории республики. Из них где-то 700 человек это мигрантов, которые мы не допустили. Значит, дальше 200... Ну, где-то 239, по-моему, прибыло с других территорий с установленным диагнозом, да, к нам.
И получается, что ну, порядка 1400 человек, но на диспансерном учете не все стоят. Там, будем говорить, есть иностранцы, которые подлежат депортации еще. Я говорю, так в количественном взять этот, вроде бы небольшая проблема. Но нужно видеть не, проблему не в цифрах, а проблему видеть вот в путях передачи, в сознании людей, как это довести. Вот мы сейчас, например, хорошо организовали школу ВИЧ-инфицированных пациентов. Звучит вроде бы, ну что, о, господи, школу, собрали там. А как тяжело людей, ведь они из-за того, что идет дискриминация в обществе, у них стагнация такая идет, что они даже вот два человека, они, может быть, и знакомы, да, но встретиться, что вот я не могу вам сказать, что вот, вот твой друг Коля, он такой же ВИЧ-инфицированный, да, я не могу вам этого сказать. А Коля видит вас и тоже не может сказать, что, понимаете, вот свести их на, к этому. О том, что какое-то общество хотя бы у себя, чтобы они там раскрепостились. Психологическая помощь. Психологическая помощь, да. Это у нас на, по одному с удовольствием, но сейчас уже у нас группы ВИЧ-инфицированных ходят, потому что они понимают, что они ничем не отличаются от других. Понимаете? Наркоман, конечно, он как был наркоманом, он так и останется. ВИЧ-инфицированным наркоманом или без ВИЧ-инфекции наркоманом. Значит. Но по основная масса, она именно на то, чтобы вернуть свой, ну, как бы статус. Скажите, у нас районы есть, где больше всего, да. И где совсем никого нет? Нет, совсем никого ни одной нету, территории все охвачены. Значит, за этот год у нас, за 17-й год 17 территорий, из них самые такие, это Ленск, Алдан, Мирный и Усть-Майский район. Значит, далее больше. Ленский район, Алданский район, да. Мирнинский, это промышленные. Это промышленные. А Усть-Майский это что? Вот Усть-Майский там тоже старатели работают. Старатели, в основном мы там никак не можем найти цепочку какую-то, да, потому что он приехал вот так же, как эти водители. Дальнобойщики, и уехал. Заразил и уехал. Да, и мы, получается, не можем пойти на это. Ну, а так взять на 100 тысяч заболевших, что у нас Аймиконский район идет. Больше всех. Если в пересчете на население взять. Но у них была вспышка, кстати, которую мы хорошо купировали. Конечно, время мало эфирного. Мы могли похвастаться, как мы купировали вспышку в Аймиконе, как мы достигли невероятного, что сам академик Покровский по Мирнинской вспышке, которая была, что мы ее погасили за 3 года. Вот, без всякого ни афиши и без всякой помощи, как говорится, из Москвы. И сами погасили это невероятно. Была огромнейшая вспышка в Мирном. Анатолий Александрович, еще расскажите, пожалуйста, какие-нибудь новинки, научные достижения у вас в центре есть? Ну, если есть, то какие? Ну, во-первых, мы активно начали уже лечить ВИЧ-инфицированных, ну, по, как говорится, мировым стандартам. Да? Это то, что Москва нам первоначально закупали мы, теперь уже Москва закупает нам лекарства, и мы начинаем лечить на ранней стадии лечения. На ранней стадии лечения. Во-вторых, активно внедряется лечение ВИЧ-гепатита у ВИЧ-инфицированных, чтобы продлить и улучшить качество жизни. То есть ВИЧ почти часто, очень часто сопровождается гепатитами. Гепатитами, да. Но это в основном, это еще идет из тех времен, когда они был гемоконтакты. То есть, ну, будем говорить, наркотический путь передачи, то тогда много было, что если ВИЧ-инфицированный у него гепатит С, это 100% наркоман. Хотя бы раз, там два попробовал, потому что пути передачи один в один. И это осложняет течение болезни. Это осложняет течение. Дальше мы добились того, что у нас, вот как сказал, мы рожаем здоровых детей. Причем из разных пар. Или два ВИЧ-инфицированных, или один ВИЧ-инфицированный из родителей. И это большая заслуга. Значит,
Но теперь нам выставили, как и всем, целевые показатели, чтобы у нас было как в Европе. Вот то, что я говорил, что в Европе там начали лечение уже практически, ты можешь, с первого дня, а нам раньше запрещали. Даже если мы видели, что вот сейчас бы ему помочь, нам эти лекарства не давали. Говорили, нет, нельзя. Вот дойдет у него до определенной стадии. CD4, когда 300, ниже 350, вот тогда назначайте. Значит, так. Сейчас, значит, нам существует задача, которая в Европе уже решена и теперь поставлена перед Россией задача, ну не только перед Россией, Средней Азией, все это, всемирная будем говорить, 90-90-90. Это 90% населения, проживающего на территории, должно знать о своем ВИЧ-статусе. Из этих 90%, кто этот ВИЧ-инфицированный, да, оказался, значит, так, из той группы, которая ВИЧ-инфицирована, 90% должны начать лечение, получать лечение. И последнее 90% это то, что они должны, из тех 90%, которые начали лечение, 90% должны дать ответ. То есть положительную уйти. Казалось бы, задача невыполнимая, но я как-то в одной передаче уже говорил, когда я первый услышал, что нам, ну я думал, где-нибудь к 30-му году нам скажут, а нам сказали, к 15-му году, значит, мы идем к тому, чтобы к 15-му году было проблем ноль. То есть ноль ВИЧ-инфекцию у новорожденных детей. От ВИЧ-инфицированных родиться. Ну, думаю, я честно говорю, хотя я много лет проработал, даже вот здесь только 20 лет, да? Я думал, невыполнимая задача. Но ведь выполняем. У нас практически ноль. По России там 0,7 до 1,2% есть, но здесь надо учитывать то, что прибывает, когда и у нас территория не застрахована, что прилетели с самолета сразу в роддом, мы не знаем, какая она. И пока там все это проходит, и только потом, после родов, уже узнаем, все этапы эта больная не прошла, это проблемные. Но их объективно можно объяснить. Но все-таки мы стремимся к нулю. И это показывает вот наши демографические, наши спидовские такие вклады в демографию, что порядка 200 человек мы добавили в копилку республики. Очень хорошо. Здоровых детей. Анатолий Александрович, вот еще сейчас, да, по WhatsApp гуляют разные сообщения, типа больные ВИЧ-инфицированные, подкладывают иголки с зараженными иглами и так далее. Это что, действительно так или это фейк? Нет, это действительно так, что это так ходит, но это абсолютное, я уже не одну передачу говорил, это знаете как, вот человек сходил налево и переживает все-таки, да, не уверен в своем партнере. Да? А ну, дома вроде семья благополучная, там, ну не знаю, близкий человек, да, что, блин, и вот это сидит. Но знает о том, что ВИЧ может передаться вот таким путем. Да? И они тогда спокойно говорят, зараза, сегодня ехал меня. Раз это или ехал. Кто-то уколол. Да, уколол, оглянулась, он выскочил из шприц. В сознании у того человека, кому он это сказал, осталось. Проходит определенное время, там 3 месяца, 6 месяцев, да, человек сдает анализы, все у него нормально, и про это забывается. А если вдруг выскочит, естественно, даже не я сам, а она скажет мне, так тебя же помнишь укололи, откуда у меня это могло? А, точно, меня же вот в автобусе укололи там или где-то. СПИД-терроризма как такового нету, люди совершенно адекватные, так что никто никого кровью не бросается и заразу специально не разносит. И последнее, Анатолий Александрович, расскажите, пожалуйста, чего бы вы пожелали нашим зрителям? Знаете, сейчас много можно пожелать, да, благополучия, там, финансового благополучия и так далее. Я бы пожелал, чтобы все-таки мы обратили внимание на себя, на профилактику своего здоровья, не только ВИЧ-СПИДа. Не только ВИЧ-СПИДа. И потому что все-таки у нас еще, ну вот моего возраста все равно еще есть такое это понятие, что ну как бы государство нам должно
А нужно, чтобы не надеяться, что к тебе кто-то придет и как-то тебя обезопасит. Сейчас очень много в интернете доступа, мы располагаем. Но нужно критически относиться. Вот все эти диссиденты и так далее, на себе они ничего не хотят испытывать. Но они просто уверяют, там есть доктора, говорят, нет, это все придумано. То есть я к чему? Что всем жителям республики доброго здоровья, берегите себя и до встречи. Спасибо. Спасибо вам. Андрей Александрович, будем с вами сотрудничать. Спасибо. Үтүү күнүнен күндү телевизорунан көрөтчүлөр, эхиги болгом тоотугар, айылга белага бери, мин ытачы Мария Антонова. Бүгүн эхиге испит, ыры, виш инфекция тугунан кепсети боло турар, онна холобур биги үнәйләреннән, бу огыру атастарыннан, пруктаннан, кайдак көмөлөһүн якпыт сөбүйден сүбәбе якпыт. Согынаны эмтенерге ите радионуклеидтер, онна ыра канеттиктер, тяжелые металлы ден, олар боллагына ите кою өттүгөр калан калалар. Убагыгар, согыгар сүмөһөнегер кинлер кирбеттер. Онан үшүгөй, онна бу биги боллагына бу ыры колобор испит ырыта ите виш инфекция ден эме биги республикатылар бар. Симир хаңаттан хаңа жоннор ыжы тураллар. Онон боллагына ол боллагына бу ыры наха бытанлык киһи организмын эмен сыя ырытыннара хүрбетченин хылустата колоор киһи ыжы жен хөб онна билле соогун сөп. Ол ихин боллагына бу ырыга аан маңнай гы эмтэхин бу соогунан колоор эмтэхин не туханар боллак бытына кинини көбүтер ити бактериялар инфекциялар утары утар оңостон ияк бүтен сөп составтарынан көрөммүт араас үнәйлер огуру атастарын онно пруукталар отоннор сооктарын иккиинен боллагана колобур эмтене жер ыжыбыт кихи бу виш инфекциянан ыжыбыт кихиака атын биле анаммыт эмин кытта бу сууга эме көмөлөһүннердака быдан кини бээтин организмгар элбек туханылар. Билигин боллагына бу согынан эмтэхини аан маңнай Америка Чинчиячите Норман Уокер туттубута кини өр сыллаак жаныырдаак чинчиитин түмүгер бу виш инфекцияга Украинага бар Громашевская атынан медицина наукаларын академиятын чинчиитинен бу согынан эмтэтакка биш ырыга наха элбек үчөй көмөнүн орор онна өр сылларга колобур кини организмы ыры ныкытта утаралаар күйүн үчөйдик тутаыжан кихиака отой быдан көмөлөһөр организм бу согынан эмтэтакка организм ырыны кытта утаралаар күйүһө нюшалыта иммунный статус ден аттанар, ону көрдөрөр сыпаралар, ити антитела, лимфоциты, онна гемоглобин качествова дөттүнөн, аксан дөттүнөн улаталлара бу лабораториянан, анализтан көрөн быхарылдан турар. Онон бу оннук ыжер кихи баарда боллагына, эбетер кихи кандык баарыртан көмүскенеригер, серетеригер аан маңнай иммунитетин улаата организма ырыны кытта утарылаар күйүн улаатыннарыктаак. Отчого кини кыра ырыга ыллар бакка ахыран кебигенсеп. Ол курдук колобурча бу биги бүгүн тугу көрдөрөк бүтүн баарабыт яблока, онна апельсин согун. Бу бир улакан апельсин ылыбыт биги кактатыбыт. Онна үс яблоканы, үс орто яблоканы. Маны кыралыбыт. Кыралан барамыт эме
соғын ықтара бұд. Ото ябыла көкөнерді сейтаққа кейі ошоға хуғар құрттағар қан әргейір органларға реме ұлақан тұхалаға білдер. Апельсин боллаған әме үс бүтеменінен бай, бұл білігін қолауырды өз қолаларға карантин бола тұрар. Гриптен, ол бірометер оғыларға жебі маннық соқ оңырын ихердер, хасырда чигіске, ордық тұхалақ, онына оғы ғырыға қаптарыта ағайыр. Ол Америка чинчия сеті норман үйокер, бұл соғы үнәйі оғыруатағын пұрукта сүмеғіннерін айылқаттан келер, хамай отой ұғылытчылақ әмден аттыр. Кені ұлақан солтаны берер, өр сылларғаны ға әлбәқті чинчиен жарықтанан бейті әбі предпринимателі біт, олығын біле қатчылақ болан лабораториялары әңін барытын лабораторияннан бері беркелен көрен өр сылларға чинчи біт. Отары сияға ме тұттылар, кеңік тұттылар. Ота қас білді өлгі туғаныға қағып. Бұл ябыла қаптың күрбаты бұд, онына сықы бұжым алқы қаптың қолбан бара мүтже, соғыныған кейден бара бұд. Маны тағын ұнықты бұл атын қолы бұлеті мандарин, селива, грейпфрут, виноград, оғырсу соқтарын, редис соғын, селдерей соғын, морков соғын, сүйекілі соғын еген барытын, ағыр аспытын барытын қолабыр ұғам соғын ұғам мұт, бәбіт тұған ұқпытын сөп. Бігі бұл түйіс ұсуабы елақ сақасерін ұлақ тұқтыры әміске қолабыр бұл пұруқтан еңін, келі пұруқтан еңі жет әқпетіне құрттақ бұд, тұғыры жоғыс бұд бар, қайдағыры хатам неті қоқ болуын әп құрығыр, өлемет әқ болып. Оны бұл соғы істек қына болы соққа, оның ғотай бол бұд. Аны тұран соғын ағаяқ мүніте егер, хамай ұхына балтыра ашасы егер, кейі организмғар үнген, кені кейі қолабыр үстек күн істеғін ұжы білдер, хен еленіңін, қылай бап болағын, нұғырысқаны тұлыяғын, онына үйелі көті үйелі қамнысы жер болағын. Оғылыр көмеші ғой, оғылыр қолабыр бұл. Ябылы қалаға пәрсін нақ соғы наға әбілән елдер. Хасырда атчығы егер қолабыр 5-10, 7-10, 100 грамы, 200 грамы қадылыманлық соғы іспеті ғой, оны соғынан әмтенерге ме өр хүрбәтші күн әмтене қағып, онтан тоқтуғын. Тоқтан барыңын қолабыр бен организмін тұрғыттан көріңін, олары тағы жек қағып, соғын састабын. Қолабыр тимор көп соға барыта қанық бағырар ұрыға тұттылар, қарағы ұры тұғар әңін, кені қарағы ұры тұғар, бұры ұры тұғар. Морков соғын істек бөтіне сұрай бөтенген сахаран қалар, әп тірей біттейлер. Оны құттаналылар, ол онтан құттаны ғоқ қанады тоғын етекі ол морков соға бұрға кейден кені білі көн үйес қойды ғыджан көйен таққа баққа ғыджарын оны тахарар. Ол тахаран болағына білі тірей нөңе тахарар, тірей нөңе растыр, онтан құттама көрен тоқты қанады. Ото бұл сахарнай диабетті ақжыныр херенен хектарыннады, әмтер бұраштарын күтті хөбелеген. Жебу маннық соғын ұлды бұд, оны қолабыршы күнін ағы амыңнай херге тұғы 30 грамм, 5-10 грамм тінеген сіренін ағылық күйіп, ата күн айы ихер боллаққа, бұл маннық өреніққа, маннық ихен бардаққа, кейеп екілі ахабаққа да ғыджын хөп. Организмыңыз ұлжы тұғалақ витаминлерінен, микроэлементлерінен бай болар. Оның күнді көрәшілер дұробиятын көрінің, ғырыттан қарыстаның, бұл үспит, виш инфекциеден ғырыны оғыларға әдерішчекке өндетен, кенеттен хренелерін құрдық, сүбелен, асқытын көрінің,
Бұл білеген иммунитет хас сылабайдыр кеме, ол кемге бұл маннық соқтың ұстың бәғатын икіне дел ұстатыңын бұғыр көтін өкітін сөп. Дұрубай болын көрсі өкқадылы. Добрый день, уважаемые зрители! В эфире программа МЧИТ и рубрика «Первая помощь». Мы сегодня говорим о ВИЧ-инфекции. У нас сегодня в гостях молодые врачи-инфекционисты Гречко Галина и Елена Наталья. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Чем так опасен ВИЧ-инфекция? Расскажите, пожалуйста. Ну, ВИЧ-инфекция, она может протекать бессимптомно долгое время и... Человек может не знать о том, что он является носителем ВИЧ-инфекции и распространять это заболевание. А также, поскольку ВИЧ-инфекция вызывает снижение иммунитета, это приводит к присоединению еще других заболеваний, которые в сумме вызывают, ну, тяжелое состояние у человека и приводят к СПИДу. Угу. А если человек не лечится в дальнейшем, то наступает летальный исход. Угу. Хорошо. А вдруг вот мои родственники, да, и мое близкое окружение вот болеют ВИЧ-инфекцией, я об этом знаю, да? Как я должна себя вести? Как должна, чтобы вести себя, чтобы не заразиться? Ага. Ну, ВИЧ-инфекция, она передается половым путем или через кровь, да? А с остальными жидкостями организма, слезами, потом или слюной, выделение вируса крайне незначительно. То есть эти жидкости не могут инфицировать человека. А значит, что человек в повседневной жизни не может инфицировать своих близких. А, то есть общие такие принадлежности, как полотенце или чашки и тарелки, они могут быть общими, да? А, но, конечно, если говорить о таких принадлежностях, как зубные щетки, да, или зубная нить, зубочистки, то, конечно, чтобы человек, ну, это было свое у каждого члена семьи, а? Потому что может быть кровоточивость десен. Но... А в целом, в бытовой жизни вирусом ВИЧ заразиться невозможно, поэтому бояться близкого человека или друзей с ВИЧ смысла не имеет. Вот, например, если был контакт, да, вот такой вот, через сколько, какое время, да, я должна сдать анализы, чтобы точно сказать, заразилась я вот этим ВИЧ-инфекцией или нет? Сколько времени должно быть? Это до 3 месяцев это как-то... Не определяется, да, антитела на ВИЧ, и желательно с 3 до 6 месяцев. Только тогда я узнаю, да, что я заразилась или нет. А да, пока я произошел контакт, я должна промыть, да, да, аптечкой антиспид, да, и оповестить об этом руководство. Руководство, и, ну, желательно пойти в СПИД-центр и стать на учет. На учет, да? Да. А мне дадут какое-то лекарство, чтобы я профилактически приняла? Да, если было ранение на рабочем месте заведомо инфицированным человеком ВИЧ, да, тогда в течение 72 часов в организации, в которой вы поранились, или в СПИД-центре должны быть антиретровирусные препараты для профилактики заболевания ВИЧ. Если в течение 72 часов получить эти препараты для профилактики заболевания, то как бы риск заболевания очень снижается, то есть вероятность очень низкая. Эффективность. Да, очень, да, эффективность высокая. Дорогие молодые наши специалисты, врачи-инфекционисты, спасибо большое, что к нам пришли, рассказали первую помощь при контакте с ВИЧ-инфицированным больным. Надеюсь, что наша передача, наша рубрика полезная, и вы смотрите ее каждый раз. Мы с вами встретимся на следующих выпусках. До новых встреч! Наш кабинет диспансерного наблюдения создан при поликлинике Центра СПИД для того, чтобы наблюдать пациентов с ВИЧ-инфекцией, контактных лиц и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Кабинет диспансерного наблюдения занимается наблюдением пациентов по всей республике. Сюда к нам приходят непосредственно пациенты, которые живут в ближайших районах с городом Якутском, и городские жители, для того, чтобы пройти обследование у врачей. Здесь у нас ведут прием врачи-терапевты, врачи-инфекционисты, дерматовенерологи, гинекологи и педиатр.
Диспансеризация пациентов, проживающих в районах республики, производится тоже здесь. Это производится на основании тех документов, которые нам направляют врачи районных центральных больниц. То есть в каждой центральной больнице работает врач-инфекционист, который ответственен за наблюдение вот этих пациентов. После осмотра пациентов и обследования в районе сюда направляются выписки, какие-то документы, которые мы здесь уже обрабатываем, потому что здесь у нас проводится не только наблюдение лечения, но и статистическая обработка данных, которые уходят уже в вышестоящие инстанции Минздрав, Роспотребнадзор. Мин спеццентрга тох общественной терилте наш дом денба. Ол он халайбын. А так бейм болла она специалист по социальной работе ден. Onun bollağını bu iki tuğuk körün bebelerin sizlersen verildiler. Sosyalne robotu, onunla abşistinle terilte edeyim bollar bollağı. O viş ırıhtar terilte edere. Onun tuğut bollağın iki tuğunca Allah'a halı bu da bu spitcenter tuğar ihnen. Bastan vrachtar, onunla ol ulehitler ki bittere, onun halkı da viş tuğuk infeksiyalak ырхтар бытын онно тохтамыт келлерем мит күнгүнгө дылы бу телтүлелигендер. Общественный движение ден бул бата общественный телти болади благотворительная общественная организация ден. Онун болланы бу благотворительный ден тохканы ден тох спит ырхтар ден. Дегене виш инфекциялар жондор болактыр ди. Виш инфекциялар жондор белгилер тохтылар стигма олоқтудан кебеһеннер бу жонтон дээлер хадары туура тутталлар. Же олору ону хуак гынары, эбетеркиндер бу тоқтан карыстары бу терилте үлелер. Кайыската денжигинен оннук. Ол гынан баран бу веши рахтар бут биһеннере рахна тоқтар бу социальный тоқтар биле намыха хогус социальный статус так болдылар. Кулу бур доктор арахны документлери хок боллар, паспорт болдун, полис болдун, эветер болланы үлете хок болалар. Он ити хидинди кемдерге эветер олорор жейлери ток кайдар токтамыт болар, кыхылгалак болалар. Ол өзүнүк ити вопростарга көмүлөргө жигинен аналлах мебелерге. Ondan otu bir terilte bir başağında da ülelen kelle, onun otun töhe kıllarından bu onluk ırahtar bir ırkı mülahatı bir yürüyüşçeske de tüten bollun, bastan manna yürüyüşten huğa da bir center bir tıgır. Ol kemine bir yürüyüşçeske kümünük onur öğreti bir sosyalini kümüt ettim bolla turar barlı hor or. Celergir de tiyar haççıları hok balan kalallar. Ol onluklar kemine kümünün hullar kaydama gınan çöke mülahatı bir bu manna var. Ол чилендер де канада ду, ол общественный терилте тохтары, чилендер, кыттыгастары, олар үксөлөрү үлөйттер, уну врачтар болалар. Онтон халгы боллаган эти наш дом де эти тохвиш ырыктак жондор ырыктары түмен холбан кадер мандык тох курдук сендер ядро курдук оңусту бута. Ол оголор бейлер мустандар билеген бунин вместе ден ол конкретно виш инфекциялары организация теринилер. Bu iki sıllara, bu yıl, onun beylere, beylerin bile emeği körünleri kurduk, bir higi terilte bitir köme kurduk, emeği kayısıka hağlanına. Onun da bir işi, infeksiyel ağıtı ötü, ehyakap bitir bulu, tühel bakkihi manna tuğuktuğurun, iti uçok kuturarın, olur bu tuğur bir higi kayakallarından kümle ağıtı bitir. Конкретно мана каскихи келерден бул батак биле кылачын бехет уйнан агыл бапалактар эди. Ондан биле в течение года ден төхө каспары ки келени болай кылак ки. Би боланы колор быйыл боланы туок туоктатып түөт кини туокка. Психолог бу туок кемегер түөт кини биле центр психологический центр тибар дивиха мана коракка олонна направи гынны бут он көмөлө хүннеремит онна бу арахана токторга ити русская православная церковь парди олар кытта кытта хам теме олар көме токту бут ыталы бут холо бир мен бе маннук психолог идем хок баллади онно кинери онна ыталы бут онтон арахана социальный вопрогынан токка балыга килбичөндөргө консультация беребин мен такса жабын итин обычный инфекционный балыга болатчы онна ыржыгытар бир ыр хак бытыгар эме продуктандан эме көмөңөрдү бут итибарта бу терилте туга
эти наш дом ден аттан болар. Онна боллана тюткиги боллана тохка үлете хок боланнар. Эми тохта биттер бихе хатун бихе тонко мекордиатяхтер иди. Оно тохка центр занятости населения денге тюткиги не ол генерга ытам итеме тохка үляга турор долар. Үляга ту үлі болдулар дякманады. Бу центр занятости населения ден бу коротегер барыгыты бихе тохтастывыд. Устное соглашение тюхерэммит. Бу кинлер келеннер бияка хылга иките тох улари барарын канна үле тохты местете барын свободна бияка ханныктар хөптү бияк тахтерин инде кеп сияк тахтер улунук бапуру хеме хетисти бит бу ыл онун тахтиди тох барынын көмө оңрахатыбыт арахны документтер кереме онун те тыттан келбит жоннор манна келеннер обследования келеллер ол келел кемдер эгер тохтар ок болан калар биле түхөр хиддери гостиницалары рахан балактар сайт өйсен олиһин бола би хорожондор бүтүн тирехтен барды ол тирех комитетине эми он олор да хатыбыт ар ичепчеки болдун де он атындагы хиддери бир ичепчеки хоз гостиницалары токтамыт кендеген кепсетен он эми жөхөттү бит жөхөттүн кайсы калагы үлелех бит мапсистүн этелит бияка финансовый түттен биле токту улахан көмө хок болор баллади. Одон финансовый инде түттен көмө лях бите бите булдыр эсе дааны бу үлери хамсыга хатибит бу телилте. Онуктон баганам ден бу виш инфекция бу эдер ичаттар кандык баары бу нехиленне эдер ичат болбатак нехиленне манна бу ырыны каптар бата болдур дем баган алакпын. Это у нас автоматический иммунохимический анализатор поступил к нам в конце 2015 года. Значит, мы на нем можем выполнять такие исследования, как гормоны. Сюда входят гормоны щитовидной железы, гормоны репродуктивной системы и онкомаркеры. Также здесь мы выполняем исследования на ВИЧ-инфекцию, на РВ можем делать и некоторые виды инфекции. Это токсоплазма, цитоплазма и все маркеры гепатитов, гепатиты В и С. Аппарат рассчитан на загрузку. Здесь у нас, значит, есть у них срочные образцы, лоток для срочных образцов. Здесь у нас идет на 100, на 35 срочных образцов. И на 120, это как бы уже потом идут образцов. Вот. Одновременно, значит, загрузка можно 138 проб, то есть сывороток можно одновременно загрузить. Одно исследование выполняется в течение где-то 28-32 минуты. В среднем 30 минут делается одно исследование. То есть, например, я одного человека поставила, например, ему назначили на 20 исследований. То есть первый результат уже выйдет через 30 минут, и последующие уже каждые 18 секунд будут выходить последующие результаты. Вот так. Центр бит лабораторията город тохпарны хеленетин онна район Хүрбалтта улустарыттан анализтары тутан би анализ омурабыт. Би лаборатория битгар элбахтырын анализ оңоллар биги так иммунологическая, биохимическая, общеклиническая, ПЦР отделлар баллар. Күнгі балтыратын шаға дылы анализ оңығылар. Мұннатты беге сүрін сұрық бұд ден ВИЧ инфекциялақ жонлару анализтарын бігергет әйінден кеннер ұрыларын бұғар ағын онны қаннырғыр онтын тағыны бұғар ағын әрі бол баққа қаннырғыр түхі вирус ақсанын бұғарын тағары бұд. Өсі беге центр бітігар гинекологтар бременне чөшелер көрелілер кеннер беге әме ұрыларын бұғарықтақ бұд ВИЧ инфекциялақ бременнелдер. Оғылары дұру бөйтір үйлерін тұғы бар беге әрдеттен кеннер әме ұрылары бар дұғықты ден диагноз тұрорылларғыр көмілі әбіт. Бізге лаборатория бұд әлбәқ үшігай аппаратынан қатшылдан тұрар. Үләхеттер бұд әме әлбәқттер. ВИЧ анализын бізге центр бұдтан тағынан станция переливани, оны медцентр ғымыралар. Оны өсі төт ұлысқа. Нерінгірі, Мирнай, Ленскай алдан ұлыстар ғымыралар. Оны құлы бұр кеннер анализтара
атынник до алгасы хабардаганы киндер бияха бигергетерилер бияха ыталар. Биги лаборатория бут билген ОМС көрүнгөнен анализдери оңролору бут. Улата бу улустардан улустар бәйләрен лабораторияларга кен анализ бу гормоны иң курдык эрахан анализдерин оңор баполлактарына биги лаборатория бутыгар ытаннар оңотторолор. Биги бу отдел бутыгар полимеразный цепной реакция ден методына ВИЧ инфекциялар жоннору эре болбакка токөннөрү гепатит так жоннору колбур бу аппараттарга оңробут реал тайм в режиме реального времени ден үчөлөт такка ыры барын эре көрдөрбөт кини колбур вирус аксанын агында харар кехи кандыр колбур ВИЧ инфекциялар кехи төхө копий в миллилитре агында харар кехи кандыр. Биге отдел бытыгар төт онның аппараттақпыт. Күнге 200-тен 300 кадылы анализ оңырбыт. Арас көрін, холовыр гепатит төт көрінгін. Инфекциялары 12 көрін инфекцияны оны датын анализдер. Бұ аппараттық импортнелдер. Фирмата Германия. Манна бір 36 пробирка батыр. Оны бігеге қолабыр күнгі қастады тұрора бұд. Күнгі үсті, төтті тұрорақ бұдын әп. Оны барды бұл маңның көстен тақсыр. Хүппіранынан бұғарылыр. Данное оборудование является высокотехнологическим. Производство фирмы Roche, международной фирмы по производству приборов лабораторной диагностики. У нас автомат для выделения ампли-преп и Cobas Tagman 48. Исследование проводится методом ПЦР в режиме реального времени. На данном оборудовании мы исследуем вирусный гепатит С, ставим исследование по вирусному гепатиту С и вирусной нагрузке ВИЧ-инфекции. У него высокая чувствительность у данного метода, у данного набора. Высокая чувствительность, поэтому такие случаи, которые требуют дифференциальной диагностики, стараемся ставить на данном оборудовании. Чувствительность этого набора 200 копий на миллилитр и у гепатита С 15 копий на миллилитр, что является международным стандартом чувствительности. Есть у нас еще и другие приборы, работающие в реальном времени, на котором тоже мы определяем исследование гепатитов, ВИЧ-инфекции и исследования, передаваемые половым путем, и также оппортунистических инфекций. Все иностранные граждане по законам Российской Федерации должны проходить обследование на ВИЧ-инфекцию с выдачей сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции, а также медицинское заключение мы должны выдавать им. Если вы являетесь ВИЧ-инфекцией, то такие граждане по закону Российской Федерации должны депортироваться. За прошлый год, 2017 год, было обследование у нас всего 9781. Из них граждане ближнего зарубежья 9052 и граждане дальнего зарубежья 729 человек. И выявлено ВИЧ-инфицированных всего 13 человек. Это граждане ближнего зарубежья. Работа в центре СПИД педиатра. Самое главное – это профилактика передачи ВИЧ-инфекции или вируса иммунодефицита ЧК от женщины к ребенку. С этой целью у нас получается, мы должны тесно работать с женской консультацией, выявление беременных женщин. Декретированные сроки беременности при постановке на учет женщины на женскую консультацию по поводу беременности.
потом получается в середине срока беременности и в 32-34 недели это получается за месяц до рождения ребенка. Тоже проверяется. В течение уже нескольких лет мы проверяем и половых партнеров, это супругов женщин, для того, чтобы ранняя диагностика выявления ВИЧ у женщины. Если выявляется женщина с ВИЧ-инфекцией, значит, мы ее берем на учет, естественно, проверяем ее иммунную систему, вирусную нагрузку, или это вот называется, сколько вирусов в 1 мл крови, вирусы ВИЧ. Да? Женщине в определенный срок беременности назначаются противовирусные препараты, или мы их называем антиретровирусные препараты. Они, цель их для того, чтобы подавить вирус уже в крови беременной женщины, чтобы не профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку. Это во время беременности, во время родов женщине тоже проводятся дополнительно антиретровирусные препараты вводятся. И после родов новорожденному в течение, начиная с 28 дней до 42 недель. Это в зависимости от количества препаратов, назначенных новорожденному. Если вирусная нагрузка у женщины или очень высокий риск инфицирования ребенка, то мы новорожденному назначаем с первого дня жизни, даже с первого часа жизни, 3 препарата противовирусные. Если женщина рожает, у нее вирусная нагрузка подавлена или маленькая нагрузка, как мы говорим, то тогда назначается в течение 42 дней 1 препарат противовирусный. И эти дети наблюдаются у нас в поликлинике нашей специализированной 18-24 месяца. Вот. По окончанию этого срока при отрицательных результатах ИФА и вот иммуноблота, ну, от наших специфических исследований, если результат отрицательный, ребенок снимается с учета, как с диагнозом здоров по ВИЧ-инфекции. Есть еще другая группа детей, это 7-я группа, куда входят дети, рожденные от женщин, у которых супруги ВИЧ-инфицированы. Женщина сама здорова по ВИЧ-инфекции, но у нее есть высокий риск инфицирования от мужа, от полового партнера. Тогда этим женщинам тоже, они наблюдаются у нас, такие женщины по 6-й группе, и им назначается противовирусная терапия во время родов, и новорожденному в течение 28 дней тоже назначаются наши антиретровирусные препараты. Запрещается кормить грудью, грудное вскармливание в любом случае запрещено и здоровым женщинам, у которых есть половые партнеры ВИЧ-инфицированы, ну и, естественно, ВИЧ-инфицированным женщинам. Вот. И эти дети 7-й группы, они наблюдаются. Если в течение 12 месяцев женщина не кормила грудное вскармливание, не было ребенка, при отрицательных результатах, если семья благополучна, мы детей снимаем с учета. Вот. Ну и самая основная группа – это вот наши дети, которые ВИЧ-инфицированы, которые были заражены от родителей, от мамы, при грудном вскармливании. Мы их наблюдаем, и назначается антиретровирусная терапия, и они эти препараты получают пожизненно уже. Вот. Самая главная задача – это подавление вируса, для того, чтобы иммунная система ребенка не страдала, чтобы он рос полноценным членом нашего общества. Вот. Если действительно дети получают препараты, и мы успеваем назначить эти препараты вовремя. Это получается, что если мы рано выявляем ВИЧ-инфекцию у детей, то, естественно, эти дети живут, как все обычные люди. Также занимаются спортом физически, психологически, и умственно они такие же, как все обычные люди. Вот. Поэтому так. Самая главная наша задача – это профилактика передачи распространения ВИЧ-инфекции среди детского населения. Вот это моя главная задача. Вот. Уважаемые зрители, на этом наша передача закончена. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, предложения,
пожалуйста, сообщите об этом по адресу, который вы видите на экране. Если вы пропустили предыдущие передачи, можете их посмотреть в YouTube или НВК онлайн. Будьте здоровы, до свидания.